С вами на связи интернет-магазин пневматики попади в 10.ру. Сегодня к нам на видеообзор попал нож Старшина. Он относится к серии ножей в охотку, приходит в Россию под обозначением Пират ВД-74Б. Этот нож не является холодным оружием, продается на территории всей России без лицензии. Производитель заявил следующее, что нож является ножом загородного применения, ну и собственно не является холодным оружием. Давайте откроем коробку и посмотрим, что внутри. Открываем коробку, и тут мы видим достаточно интересную модель ножа. Что могу сразу сказать по данному ножу? Он поставляется в ножнах из пластика. При этом у ножен есть две точки крепления, ну, к вашему телу. Вам нужно закрепить нож на пояс и на ногу. Нож будет хорошо зафиксирован, он не будет гулять, болтаться и так далее. Ножны сделаны из пластика, при этом внизу ножен имеется отверстие. Видите? Оно необходимо для того, что если вы во время рыбалки или еще чего-то, или нырнете куда-то с ножом, или засунете нож непосредственно в воде, в ножны, вода аккуратно стечет, и нож не будет коррозировать. Так. По ножнам вроде как рассказал все. Теперь достаем нож из ножен и посмотрим на сам нож. Что сразу можно сказать о ноже? Это очень приличный нож. В том плане, что толщина лезвия у него порядка 4,5 мм. То есть им можно заменять даже при необходимости топор. То есть можно будет срубить приличные ветки. При этом у него очень хорошая заточка, точнее хороший угол заточки. При должной вашей доработке, то есть если вы его немного подточите, нож будет чрезвычайно острым. На данный момент нож Старшина заточен сложным двухступенчатым способом. То есть здесь есть две линии заточки. Нижняя острая кромка и верхняя, которая под чуть меньшим углом. На ноже Старшина имеется две гравировки. На одной стороне выгравирована надпись Старшина, на второй стороне выгравирована надпись 65Х13 52-55HRS. Что это означает? Сталь ножа — это 65Х13. Это легированная сталь, которая применяется непосредственно для производства большей части охотничьих ножей на территории России. Эта сталь очень твердая и легированная. Она не подвержена коррозии и, возможно, появление ржавчины, только если вы в кислоту бросите этот нож. При бытовых использованиях нож ржавчины не покрывается. Твердость стали составляет 52-55 единиц по Rockwell. У ножа имеется верхняя кромка, напоминающая как бы фальш лезвия, но по факту это желобок. Знающие наши покупатели утверждают, что такого рода желобки применяются исключительно для того, чтобы уменьшить вес ножа. Вот и все. Режущая кромка здесь одна, только нижняя. Все металлические детали данного ножа покрыты антибликовым составом, чтобы нож как бы не бликовал. Допустим, если вы на рыбалке будете сидеть у воды, чтобы рыба не испугалась, нож должен не бликовать. Также положительным моментом является то, что хвостовик до самого конца рукояти, вот он даже отсюда выступает, здесь имеется сквозное отверстие под шнурок. По поводу рукояти, она непосредственно выполнена под руку, чтобы вам было удобно держать нож. Сделана рукоять из полимера, он залит непосредственно после того, как вставлен клинок. То есть никаких дополнительных креплений клинка и рукояти нет, то есть никаких заклепок, ничего такого. Что можно в целом сказать по ножу?
вроде бы, я не помню, говорил, нет, длина клинка составляет 65 миллиметров. То есть, если бы на этом ноже был бы упор под большой палец, вполне бы нож бы относился к холодному оружию. Но так как нет упора, нож не является холодным оружием. Ширина клинка в самом широком месте составляет порядка 31-32 миллиметров. У ножа линия обуха, опущенная на конце. Ну, в общем-то и все. По клинку рассказал, по материалам рассказал. Если вам понравилась данная модель, дорогие покупатели, ссылка на нее находится в окне с нашим видео. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать новые полезные видеообзоры. До свидания.